Видеокамерами и высокими заборами будут защищены в ближайшие 2 года все детские сады города. Об этом и других актуальных вопросах шла речь на встрече мэра с заведующими детскими садами. Подробности встречи в следующем видеоматериале. Работники дошкольных учреждений к Новому году получат еще одну выплату. Об этом на встрече с заведующими детсадами заявил глава города. На увеличение фонда оплаты труда планируется выделить из местного бюджета около 7 миллионов рублей. Какую сумму получит каждый работник, будут решать в самом учреждении. Первая задача стоит, это что? Это все-таки решить вопрос по заработной плате. Да. Вот. И второе, конечно, это увеличить те средства, которые идут на материальную поддержку. Но строить вот новые сады мы очень так активно не планируем. Сегодня воспитатель получает от 11 до 13 тысяч рублей. Довести в следующем году эту зарплату до средней в регионе можно лишь при поддержке области. Больной вопрос и ремонт зданий. Самому молодому детсаду города 30 лет. В этом году на ремонт ДОУ направлено более 30 миллионов рублей. Почти 113 на все учреждения образования города. В будущем году эти суммы увеличатся в 2 раза. В первую очередь обновят кровли, коммуникации и фасады. Нас радует, что проходят сейчас вот малый форум. Устанавливается на территории дошкольных учреждений. У нас вот к 1 июня они были установлены. Веранды были восстановлены. У нас в дошкольных учреждениях 6 веранд были восстановлены. На 3 верандах полы были отремонтированы. 10 песочниц были отремонтированы. То есть летнюю оздоровительную кампанию ребята спокойно отдыхают. Заведующие высказали и пожелание прописать отдельной строкой в бюджете средства на установку новых спортивно-игровых комплексов на территории садов. Соответствующее поручение уже дано начальнику управления образования.